46-летний Владислав Резник откровенно рассказал о своих трех браках. Звездный актер кино и театра отметил, что однажды его третья жена с радостью приютила на своей квартире вторую. Владислав познакомился со своей будущей первой супругой Мариной в Новосибирском театре. Пара уехала в Омск. Влюбленные на год расставались, потом сходились. В итоге у них родился сын Илья. После 5 лет брака молодые люди развелись. Жена настояла, чтобы Владислав отказался от наследника. Он подписал все бумаги и не видел сына больше 20 лет. В студии программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым состоялась встреча отца и сына. Резник извинился перед Ильей. Он признал, что совершил ошибку молодости. Илья сам добавился к отцу в друзья в сети. После этого их общение начало налаживаться. Это была просьба Марины. Ей нужно было, чтобы я написала отказ от ребенка. Она вышла замуж. Много трудностей было с выездом ребенка за рубеж. Доверенности разрешения на выезд все время с нее требовали. И я пошел на этот шаг. Я не снимаю ответственность, поступил очень плохо. Я виноват, понимаю это. Очень сильно виноват перед сыном, сказал актер. Второй женой звезды фильма «Мы из будущего 2» стала его коллега по театру «Красный факел» Наталья Голубничая. В 2000 году у пары родилась дочь Маша. Владислав расстался с артисткой также после 5 лет брака. Голубничая с дочерью живут в Новосибирске. Актер вспомнил ситуацию, когда вторая жена приехала к нему с дочерью в гости. Сам он был на съемках в другом городе. Наталью встретила его третья супруга Юлия. Она приютила бывшую жену Владислава у себя дома. Они некоторое время пробыли в Москве. Знакомые потом долго спрашивали, как две женщины живут в одной квартире, как такое возможно, заметил Резник. Он пояснил, что его нынешняя жена и бывшая пассия хорошо ладят. Очень многие удивляются, как они общаются между собой. Юля – мудрый человек. Она знала, что у меня 2 детей от предыдущих браков. Это мое прошлое, которое я не могу перечеркнуть, подчеркнул актер. Со своей третьей супругой Юлией артист познакомился по интернету. Ему было ни с кем пойти в театр, и он решил найти спутницу в сети. Общение задалось, завязался роман. На брак Резник согласился только спустя 6 лет после знакомства. Юля подарила мне сына. Это мой третий брак. В этом году будет уже 10 лет, как мы вместе. Мы стали за эти годы единым целым, резюмировал Владислав. Ранее Пригожин рассказал о мучениях Валерии в браке с Шульгиным. Звезда сериала «Девчонки» раскрыла секрет удачного замужества. Ургант подшутил над Плющенко из-за его брака.